Всем привет! Сегодня мы на канале «Мастер своего дела» будем готовить курицу с картошкой в банке трехлитровой. У меня еще жена приболела, ну, решил чуть-чуть помочь. Ну, посмотрим, что получится. Это я делаю постоянно дома, всем нравится. Ну, я думаю, вам понравится. Если что, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, не забывайте поставить колокольчики. Ну, что, поехали! Так, все, приступим готовить. Значит, вот у меня тут курица уже нарезана, подготовил. Картошка тоже почистил, наверное, резать будем потом. Лук 3 головки среднего, 2 помидорчика, соль, перец душистый, гвоздика, перец горошком, смесь перцев, лавровый лист, вот он лежит. Ну и горчица. Самодельно вчера вечером делал. Если кому-то надо, могу показать, как это все делается. В принципе, не тяжело, все быстро. Первым делом, что возьмем курицу. Засыпем ее солью, чуть-чуть, это не сильно, конечно, будем солить мы ее. Добавим перца, ну и такого перчика чуть-чуть. Все, аккуратненько перемешаем, чтобы чуть-чуть полежит, может быть, просолится, конечно, но это не так важно. Будет сразу все. Пока курица у нас будет лежать. Курица у нас пока лежит, будет мариноваться, оставляем. Нарезаем картошку мелкими кубиками. Ой, точнее, извините, не мелкими кубиками, а средненькими такими, чтобы она могла пропечься. А, между прочим, кто там пишет, конечно, комментарии очень много у нас пишут, разных. Все, мы плохо живем, все им не так, готовим не так. Как умеем, так готовим. Честно скажу, живем мы неплохо. Ну, по меркам каждого, конечно, по-разному. Я считаю, что мы живем неплохо. У нас всегда все есть на столе. Мы с этим... А то у нас люди на последнее время начали на видео писать очень много, комментарии оставлять, что все им не так, не едко, то режут не так, то крошат не так. Я не повар, готовить я не умею. Как могу, так и делаю. Я с этим отношусь к этому проще, ко всему. Если кому что-то не нравится, ну я ничего здесь не могу, ничем помочь. Без этого никуда не денешься. Эту картошечку можно, конечно, с курицей в банке не просто приготовить дома, покормить всю семью. Ну, также, если гости где-то придут на скорую руку, всегда можно быстро и легко это все сделать. Без этого, потому что никуда не денешься. Тем более у нас семья большая, очень часто приезжают в гости, народу очень много. Ну, из-за этого приходится что-то быстро. А, самое главное, не подумать, что у меня жена не после праздников заболела, а то скажете, лежит. Просто чуть-чуть заболела. Простыла где-то. Может быть, где-то когда-то на лыжах катались, она простыла. Честно говоря, ну, все может быть, не знаю. А, между прочим, курицу мы взяли где-то приблизительно около килограмма. Картошки чуть-чуть побольше килограмма, чтобы у нас влезло в банку. Так, теперь мы отправляем в нашу банку, ложим туда курицу. Мы ее будем слоями ложить. У меня рука, конечно, не влезет туда, чтобы это все разложить аккуратненько. Но будем стараться, по крайней мере, чтобы все влезло. Я советую, конечно, картошечки побольше, потому что на любителя. Я вот, например, люблю картошки, когда побольше. Она сейчас будет у нас мягкая, вся припеченная. Так, лучок колечками сейчас мы тоже туда покрошим, бросим. Сильно мелким лук не надо резать, бессмысленно. Но это очень, честно сказать, очень просто и быстро. В принципе, мужику это самый простой
вариант, который можно придумать. Помидорчики тоже режем колечками. Не получается? Ну что, пой. Как мне удобно, так я режу. Ну, и чем режу? Без разницы, сами прекрасно понимаете, что мне для этого разницы никакой нет. Кинем сюда лавровый лист. Две штучки. Так, гвоздички. Две штучки кинем. Можно, конечно, и потом все это кинуть. Я гвоздик сильно не люблю. Три кинем. Так, душистого перца. Ну, четыре штучки пока кинем. И горошек кинем тоже. Ну, чуть-чуть так. В принципе, в пределах разумного, чтобы тоже вкуса не перебивалось. Из-за чего смысла нету. И возьмем, посолим это все. Потому что она будет томиться все равно в собственном соку. Без этого никуда никак. Выкладываем обратно опять курицу. Слоями бросаем. Ну, сделаем два слоя у меня тут, конечно. Так, картошечку кидаем. Сейчас мы... О, да что ж такое? Что-то... Так, вот у меня еще картошку досталось. Сейчас мы ее зарезаем. Последний слой мы чуть-чуть побольше добавим, лучку побольше. Так, посолить еще чуть-чуть ее. За что она это просолится, не переживайте, будет равномерно. Соль сейчас растает, будет все равномерненько. Без этого мы никуда не денемся. Можно, конечно, побольше картошки туда, мяса, но смотрите сами. У нас гостей сегодня вроде не предвидится. Из-за этого чисто на семью покушать. Не забывайте, что микроволновую духовку мы не будем разогревать, потому что если будем разогревать на духовку и в разогретую духовку, будем ставить банку, у нас больше вероятности, что это может тупо лопнуть. Так, все, сейчас добавляем мы еще перчика. Потом перчик у нас смесь перцев чили. Она сейчас будет нагреваться, будет все таять очень хорошо. Перец душистый. Опять парочку горошек. Три штучки кинем. Честно сказать, сниматься я не любитель. Ну, жене обещал уже давно помочь. Без этого никуда не денешься. Помогать всегда нужно. Так, ну и сверху мы добавляем чайную ложечку нашей горчицы. Можно, конечно, и две добавить, но у меня слишком она острая. В магазине такую не купишь. Не слишком будет, конечно,
сюда чуть побольше добавить. Так. Ничего страшного. Аж глаза режет. Очень хорошая горчица получилась. Так, все. Теперь берем фольгу. Отрезаем ее. Ножницами, точнее, ножом резать не умею, возьму ножницы, сейчас резать не могу. Так, пилим. Квадратиком раз, раз, чтобы она потолще была, ложим и заматываем. Руками раз. Желательно, если есть у кого-то зубочистка дома, ну, проколоть. Чем-нибудь, ну, не сильно, а парочку дырочек в ней сделать, чтобы пар хотя бы чуть-чуть выходил. Поднос я застелил пергаментной бумагой. И ставим баночку. И сейчас будем отправлять мы в духовку. При 180 градусов, ну, где-то полтора часа. А там посмотрим, как у нас будет. Если что, может быть, еще. Поставим еще чуть-чуть, доварим. Что получится у нас в духовке? Увидим сейчас. Достали баночку из духовки. Получилось очень сочно. Видите, картошечка у нас опала чуть-чуть. Сейчас мы ее откроем. Она еще горячая, правда, очень сильно. Вот, даже пар идет. Сейчас мы переложим вот в эту тарелочку. Так, у жены вторую перчатку не нашел. Не знаю, где она есть. Вот у нас есть тряпочка. Сейчас мы ее будем вотряхать в тарелочку. Ну как, прям жиденько. Ох. Запах идет вообще изумительный. Правда, погорячусь. Ну. Не будем ждать, пока остынет. Есть. Ждать тоже. Потом холодную. Уже не то будет. Ну, честно скажу, запах вообще изумительно идет. Очень хороший запах. И курочка, ну, видно, все хорошо. Ну, желательно, конечно, если есть у вас возможность, найдите вторую перчатку. Тяжеловато. Так, сейчас я все уберу. Стола. Так, возьмем вилочку. Посмотрите, какой аппетитный получился. Картошка вся разваристая. Если кому нужно посочнее, можно снизу у нас бульончик получился неплохой. Помидорчики. Запах, конечно, изумительный. Горчичка тоже идет, вкус. Ну, сейчас попробуем. Ну, очень вкусно. Мне нравится. Не знаю, я думаю, что сегодня сделал, как и всегда. Всем понравится. Вы тоже попробуйте. Всем будет приятного аппетита. Хорошего настроения. С Новым годом вас. Всего хорошего. Самое главное, не забудьте подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки и ставьте колокольчики. С вами был канал «Мастер своего дела». Всем пока.